Ну что, ребята, сиреноголовый вернулся в Майнкрафт. О, повезло, повезло. Да, но не повезет тем, кто не поставит лайк за 3 секунды. Да, и сиреноголовый к ним придет домой ночью. Да, давай быстрее, 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 быстрее. Сиреноголовый никуда не исчезал, поэтому знаете об этом. Сегодня у нас довольно-таки интересная и немного страшная история, которая произошла с Херобрином. Поспорим, чем она закончилась. Сажайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Трлёва, ты поставил лайк? Красавчик, поехали. Ну что же, мои уважаемые дамы и господа, я очень рад вас всех приветствовать. Снова у нас школа монстров, и должна произойти очень интересная, страшная история с этим персонажем Херобрином. Начинается у нас все в школе, да, он по-прежнему учитель, учит этих довольно-таки глупых монстров, которые не могут решить 2 + 2 + 2. Ребят, это же 5, это же 5. Крипер, как всегда, спит, и он не самый активный ученик из всего этого класса, да, как мы можем знать по предыдущим всем видео из школы монстров. Да, рекомендую вам посмотреть целый плейлист. Вставай быстро, быстро, что решай? Какой ответ? Ну, ответ сказал быстро. Ответ! Ответ, давай. 5? Решай 5. 8. Гениально, ребят, 8. Ай, кринж. Не повезло Криперу, да. Со слезами на глазах возвращается на парту. Да, его закидали бумажками. Ха-ха-ха-ха-ха. Буллинг в школе мы осуждаем, на самом деле это неприемлемо, поэтому никогда так делать не надо. Все, они все забыли, но нет, Крипер помнит свою досадную ошибку и возвращается домой, и падает лицом в грязь, как говорится. Собаки лимонадика решили попить, ну в общем, кринжатина только так, в общем, его облили. Он полный неудач, показывает нам в этом видео вообще. Что-то очень неладное происходит. Ну вот, на, держи доллар. Наместник показал очень оскорбительное поведение. Так, кинул ему, как собаке с улицы, $1, да, 50 рублей. И он решил утопиться. Он решил утопиться, мы такое осуждаем. Из-за того, что у него была надежда. Но он нашел золотую... Как же это называется? Я забыл. В общем, ее трёшь, и оттуда вылезает джин. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, напомните. Да, это джин. Нет, это не лампа. Загадай 3 желания. У тебя есть 3 желания? Хочу очень много денег. Ну ладно, давай, сделаем тебя богатым. Давай. Деньги, машина и девочек. Банальные 3... Три желания. На следующий день на уроке Херобрин не видит. Где же этот Крипер, который вчера не мог решить самую простую задачку? Ля! Опачки. Приезжает на тачке с аниме-девочкой. Повезло, повезло. Дальше у нас следующий день. И Херобрин возвращается на свою работу. Его обкекала птичка, да. Как говорится, какнула. Найдешь сегодня 100 миллиардов долларов. Но, конечно, это не так. Он решил ее зажарить. Свое счастье решил зажарить. Потрясающе. Снова мы ждем, ребят, эту историю с Сиреноголовым и Херобрином. Неужели от этого Херобрин появится? Это что, батя от этого попугайчика пернулся? На тебя, получи! Откинулся Херобрин. Он его ушатал. А, нет. Синяком вернулся домой, ребят. Иначе придет батя-попугай и вломит, как этому Херобрину. Дальше у нас челлендж, связанный с животными. Непонятно. 8 Rewind Animal Challenge. Нужно угадать животное или что-то в этом роде. А где Сиреноголовый, ребят? Где Сиреноголовый? Ты нам обещал историю. Так вот она, ребят. Вот она история. Наполняют эти вагонетки водой и пьют из нее. И превращаются в животных. Он превратился в волка. Потрясающе, да? Да, вот это фокусы, фокус. Повезло, повезло кому-то. Свинозомби, пигмен. Во что ты превратишься? Сделал какой-то кисель и превратился? Свинью. Удивительно. Был свинозомби, превратился в свинью. Ну что же, визор, черный скелет, давай, покажи. А, он видит мясо! Он видит мясо, он хочет его съесть. Он съел свинозомби, потрясающе, зажарил его. Повезло, повезло. Какой же следующий у нас герой превратится в какого-либо животного? Яблочко, порох и тростник превращается в кошку, кысю, кысь. О, потрясающе, 5 тебе поставлю. Самое милое создание всех вас. Один свинья, другой вообще какой-то непонятный пес. Ты что за зелье выпил? И получилась летучая мышь. Ха! Ну дает. И что же сделать? Это летучая мышь.
кекнет. Сиринг, сиринг, сиринг. Да, третий день. Тоже на этот раз случится с Херобрином. Неужели уроки не заканчиваются? Скорее всего, это все по урокам. Первый урок, второй урок, третий урок. И третий урок у нас в классе Херобрина. Он является, видимо, их классным руководителем. Они его уважают, но нет. Видимо, уважение они не проявляют к нему, хотят его постоянно забулить, да. Кожуру банана подставляют. Мы такое осуждаем. Опа, ха-ха, попался, попался, который кусался. Ну что, повезло, повезло тебе, да? Повезло. Да, бывает и такое, да, бывает в жизни огорчение. Hello, а это кто, что за маг? Что за случайный гость у нас на уроке? Открытый урок получается, да? Все мы знаем, это челлендж. Танцующие гробовщики. Если честно, то это жесть. Ну ладно, хорошо. Здравствуйте, уважаемые ученики. Сегодня у нас новая тема. Что же мы сегодня будем проходить? Lucky Wheel. Колесо счастья. Крутите барабан, и вам повезет. Крутите барабан. Точнее, это поле чудес от Леонида Аркадьевича. Да, ребят, поле чудес. Зашел за угол и исчез. Опа, да. В сектор приз на барабане. Выбирайте ваш приз. Приз очень хороший, потрясающий. Рекомендуется. Херобрина. Крутите барабан. И приз. Автомобиль. Нет, это ящик. Что же в этом ящике? Приз, мистер Бакс. Опа. Струя лавы. Увлекательно, потрясающе. Снова эти ребята пришли тебе на в помощь. Что-то не получается, тогда мы идем к вам. Это Майнкрафт, ребят. Третий урок у нас называется, видимо, троллинг от Херобрина. Да, он троллит своих учеников, но он, наверное, не представляет то, что с ним может после этого случиться, да, потому что мы не забываем об истории, которая нас ждет. Да, и ваш приз. О, повезло, 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 повезло. На голову пали алмазы. Херобрин после уроков возвращается домой. Волк? А, он уже с женой и с маленьким ребенком. Потрясающе, да. Тихо ты, чё ты ржёшь-то над батей? Чё ты ржёшь над батей? Над батей не надо смеяться. Опачки. Он сейчас спасёт вас всех. Волки. О, май гад. Вот это да. Убежали, а детёнка оставили? Нет, детёнок тоже убежал. По скорости, конечно, он не уступает. Им не уступает. Да, рост не влияет. Опа. Успели убежать себе домой. Да. Да. После стольких занятий случается такое. Нужно возвращаться. Да, укекаешься, уписаешься тут точно. 100%. Ну и что же делать? Что же делать? Хорошо, забаррикадировались. Шторки завесьте. Что у него все? Метеоризм какой-то у него. Проблемы с кишечником. Не понимаю. Сидит, стоит и ржет над ними. Но это может сыграть злую шутку с ним. Где, возможно, сила врага его... превосходит. Опачки, бабка Гренни, здравствуйте! Я вернулась к вам. Опа, опа. Стоп, они же забаррикадировались. Откуда она взялась вообще? И Сиреноголовый возвращается. После стольких проделок Херобрина к нему пришел Сиреноголовый. Жесть. Он сейчас их уничтожить. Да. Взял, пнул собачку. Мы такое осуждаем. Да, Сиреноголовый. Сиреноголового надо устранить. Опа. О май гад. Да. Бабка Гринни сама испугалась. Nice. Вот ее выбросил. Повезло, повезло. Прячься. Прячься куда-нибудь. Иди в сундук, прячься. А ты, жена, прячься за диваном. Или иди к нему. Лучше там все вместе спрячьтесь. Бля, вот это зубы у него. Зубище. Конкретный. Ну и что же он сделает? Неужели он ногой пнет это дом? Да, Херобрин, конечно, укекался. Бабка Гренни решила спасти. Через окно. Через текстуру. Ля! Она испугалась. У нее инфаркт. Инфаркт случился, ребят. Жесть.
Алло. 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 Для вас... У нас для вас специальное предложение. Да, не вовремя, конечно, звонят. Но приходят его ученики и его спасают. Ученики спасли Херобрина от гибели. Все-таки они решили спасти своего учителя. Достойно уважения. Лайк, ребят, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Рассказывайте друзьям, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, это специально для вас. Это еще одно страшное видео сиреноголовым в Майнкрафте, которое я для вас выберу. Тыкайте, ребят, вы не пожалеете. С вами был, как всегда, я, Орали, здоровья, там, части успехов. Всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы. И увидимся уже в новых видео. Пока.